Хари Кришна, Матши Нитинандини, скажите. Да, Хари Кришна, Адвайта Прабху. Можно еще пока киртан попеть. Пока ждем Гуру Махарадж. Все, не надо пить. Извиняюсь, что как Кази остановился на киртане. Да, Гурудев. Дай Махарадж, Гиджа. Хари Кришна. Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой Махарадж. Сегодня у нас встреча, дорогой Гуру Махарадж, учеников, ваших учеников западно-сибирского региона. Мы сейчас хотим, каждый город в нашем регионе сделает небольшой отчет о служении ваших учеников в городах. У нас в регионе 6 крупных городов. Это Новосибирск, это Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Рубцовск. И есть маленькие города также, которые у нас сегодня на связи. Города, деревни. Вот. Все, кто в нашем регионе сегодня постарались подключиться. И каждый город сделает небольшой отчет, расскажет о своем служении. Вот. И задаст пару вопросов после того, как даст отчет. И потом, если останется время, мы бы еще хотели позадавать вопросы, но пока вот у нас по 2 вопроса на город. Такой лимит. Если вот такая программа хороша, то мы можем начинать. Гуру Махарадж, нас слышно? У вас микрофон выключен. Гуру Махарадж, вас не слышно. Был разрыв небольшой, но я сейчас хорошо слышу. Давайте, начинайте программу. Хорошо. Первый город, который хотел бы представить свой отчет, это город Новосибирск. Владимир Кишори Матаджи, Абхидея Прабу. Риво! Гирлянда от города Новосибирска. Дорогой город Верхов, примите наши поклоны города Новосибирска. Вот здесь у нас представлена делегация города Новосибирска, город Верхов. Я сейчас постепенно представлю немножко, что делается у нас в городе за это время. Небольшой отчет о служении преданных. Вот в 2019 году новосибирскими преданными было приобретено собственное здание под храм. Вот где мы сейчас находимся, сейчас это вот здание нового храма, уже в собственности находится. В храме организовано поклонение божествам Шри Чайтанья Гуру Сундара. Здесь проводятся ежедневные воскресные программы, воспевания, образовательные программы, кулинарные курсы, а также санкирта-выходного дня. И в служении в храме активно принимают участие ваши ученики. Вот за 2020 год в городе проведено 4 харинамы.
В городе действуют также 14 групп духовного общения. Одна из них детская и одна театральная, где ваши ученики также активно принимают участие и ведут группы. В прошлом году в храме прошло два фестиваля Киртана Мэйлы. Ниламбари Матаджи проводит курс «Веды для детей». В городе уже несколько лет работает на постоянной основе действующая столовая пища жизни, где активно служат ваши ученики. И в прошлом году было распространено 12 650 обедов. Дева Приджаганатха, ваша ученица, организовала проект заботы о старших преданных, чтобы предоставить им возможность посещать Святую Дхаму. Также под Новосибирском уже второй год в Берске проводится Вайшнавский зимний фестиваль, который посещали каждый год около 200 преданных со всего региона. И на Алтае уже 8 лет проводится фестиваль Киртана Мэйлы Алтай, где ваши ученики принимают активное участие в команде организаторов. И в этом году фестиваль будет проводиться также вот под Новосибирском, около Берска, в летний период. В Новосибирске также действует театр Гамхира, то есть организованный преданными спектакли. Его проходят в театрах города на профессиональном уровне. И в прошлом году спектакль посетили более 800 человек. Там тоже активное участие принимают ваши ученики. В ноябре-декабре 2020 года Нитянавина Матаджи провела серию интерактивных занятий для преданных мастерской смирения по семинару Бхакти Чайтанья Махараджа. В Новосибирске также действует на постоянной основе в своем помещении проект «Дом благость». Там проходят еженедельные встречи клуба, ежедневные молитвенные ретриты в онлайне и один раз встреча участников в клубе. Также были организованы семинары и приезд проповедников, таких как Дарья Дхама Прабу в Новосибирске. Он один раз был в прошлом году и один раз уже в этом году приезжал. Также там действует магазин здорового вегетарианского питания, есть продажа книг. И проходят регулярные встречи различных клубов, таких как мужской и женский клубы. И, кстати, идея организации проведения Клуба Благости, которые сейчас вот по всему миру проходят, они принадлежат Новосибирскому преданному Умапати Прабху, он здесь тоже присутствует. В Новосибирске есть также интересные творческие проекты. Вот Евгений Постников создал, выпустил свет настольную игру для преданных, Бхакти Санда называется, Пашимат Бхагаватам. То есть очень профессионально выполненная игра настольная. И помогает медитовать, запоминать, размышлять о личностях, историях, Шримад-Бхагаватам, другой просветленной форме. И у него дома проходит также детская намахата, которую посещают около 10 детей. Также проходят онлайн семинары, тренинги проводят преданные, которые обучились в школе Шри Субхархан Капала Прабху. Тоже вот Варита Кишори Матаджи в прошлом году провела 12 поповедческих групп в онлайне, одну группу для преданных из разных проектов и самостоятельно. И также помогает служение организаторов Шримад Бхагаватам, Субхархану Капала Прабху, который ежедневно посещает 400-500 человек. И также в городе действует на постоянной основе. Возобновили, на полгода действует санга ваших учеников. Сейчас я вот хотел передать слово, еще у нас одна ятра есть. Новосибирске, вот недалеко город Бьеск, это с 30 километров от Новосибирска, там отдельная ятра. Вот. Преданный парк Саратхи Бабграхи представит. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Несколько слов о ятре Бьеске на сегодняшний день. Около 10 человек инициированных преданных. Погромче. Около 10 человек преданных, инициированных учеников в Берске вашей. Также около 10 человек, те, кто духовал Шикша Гуру, те, кто читает пранама мантру. Ну, то есть около 20 человек. Что касается проповеди, то во время активной фазы пандемии храм продолжал функционировать, преданные выполняли свое служение, программы практически не останавливались, за исключением воскресных. Но когда стало тепло, то все программы не проходили на природе, так как храм находится
возле Обского моря, на территории, можно сказать, рядом лес. В этом году с 7 по 11 января прошел второй Вайшнавский зимний фестиваль, который организован был также силами Бирской Ятры, на котором были приглашены Бхакти Ратнакара Бариша Свами Махарадж, Сагара Махарадж, Вальмики Прабу. В прошлом году Бхакти Чайтанья Свами Махарадж был приглашен. И дорогой Гуру Махарадж, честно говоря, мы очень надеялись бы, что в следующем году, если у вас будет такая возможность, мы бы были очень счастливы вас видеть, Гуру Махарадж, на этом мероприятии. Что касается проповеднической деятельности, то у нас функционируют две намахаты. Дальше существует программа СВД, в которой Санкиртана Будного дня, в которой активное участие принимают и ваши ученики в том числе. И у нас есть такая группа Санкиртаны в Бирске, которая из нескольких человек, в которую входят также ваши ученики. Это Пурушоттама Прабху и я. Извините, Гурма Хараш. По результатам мы где-то с февраля месяца начали подавать отчеты на сайт Sankirtanam.ru. И по количеству книг наша ятра, она всегда в тройке лидеров по России. На пандемию период также мы не останавливались и продолжали выездную Санкиртану, которая проходит по области и в других регионах иногда. И, дорогой Гуру Махарадж, мы планируем расширять храм в ближайшее время и хотели бы получить ваших благословений на то, чтобы эта задумка реализовалась. Благословите, пожалуйста, Гуру Махарадж. Да, очень вдохновляющие новости, что вы развиваетесь в Бирске. Замечательно просто, я очень рад. Это очень хорошие новости. Новосибирске и Бирске. Меня порадовали просто. Давайте, какие у вас есть вопросы? Да, вот сейчас вопрос с Нитиновином, это же ученица старшая. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мой поклон, пожалуйста. Спасибо вам большое за ваши ежедневные лекции, семинары, которые мы можем видеть онлайн и в записи. Это очень важно для нас, для всех. Я хотела бы задать вопрос для моего собственного блага и для блага всех присутствующих преданных. Пожалуйста, расскажите о том, как зарождается настоящее уважение в сердцах преданных по отношению друг к другу. Что этому способствует и как это развивать? Спасибо. Однажды Прабхупада сказал, что у материалистов, у непреданных нет никаких хороших качеств. И также я совсем недавно, вчера буквально, эту шлоку нашел также в одном из его комментариев из Шримад Бхагаватам. Там тоже говорится Бхагаватам, что у непреданных не может быть хороших качеств. Нет. И когда Прабхупада это сказал, то ученик не совсем поверил в это утверждение. Он сказал, как же, он все-таки есть хорошие люди. Почему Прабхупада так говорит? Я думаю, нам знакомы такие вопросы. Иногда мы тоже не можем понять, почему так категорично, да, выражается духовный учитель или Шрила Прабхупада, кто-то из ачарьев. Эта история известная, потому что ученик Шрила Прабхупады подробно рассказывал много раз. Он сказал то, что у людей на Западе нет хороших качеств материалистов. Ученик думал об этом. Прабхупада позже, немногим в той же, в
тех же обстоятельствах, где-то в аэропорту или в самолете они были, передвигались. Прабхупада повторил это снова. У них нет никаких хороших качеств. Он спрашивал ученика, что ты думаешь на этот счет? Ученик просто соглашался, но сам не мог понять. И в третий раз Прабхупада сказал то же самое. Говорит, понимаешь, у них есть все. Все для мирной жизни и счастливой жизни. Но нет никаких хороших качеств. То есть они не могут при этом жить как-то в мире, понимаете? Не могут чувствовать счастье, живя друг с другом, близко общаясь. Они больше страдают, чем испытывают счастье. И он сказал Прабхупада, что у них нет хороших качеств, потому что они не общаются с садху. И вот тогда ученик понял, о чем Прабхупада говорит. Что эти качества хорошие, так сказать, у людей, они есть, но это более-менее отраженная имитация. Не настоящая. Но Нити Навина сейчас спросила, что же такое настоящее уважение? Настоящее уважение. Настоящее уважение означает, что вы никогда не забываете такого человека. Никогда не забываете те хорошие вещи, которые мы получали от кого-то. Это настоящее уважение. Не так, что мы видим недостатки и сразу забываем про все хорошие качества. Это не настоящее уважение. Это означает, что уважения не было никогда. То есть пока чувства были удовлетворены, я уважал этого человека. Как только чувства не удовлетворены, я перестал уважать этого человека. Это не духовное сознание. Настоящее уважение никогда не пропадает. Например, благодарность, уважение – это такие вещи очень близкие. Кришна принимает путану, которая притворялась его матерью. А Кришна принимает ее с благодарностью. Вот это настоящее качество. Настоящее качество проявлено в Кришне именно, либо в его чистом преданном, исключительно так. Итак, Прабхупада продолжал проповедовать, невзирая на обстоятельства и трудности, которые всегда есть в проповеди. Есть враги, есть завистники, есть непослушные ученики, есть восставшие даже против Прабхупады. Прабхупада продолжает проповедовать. А вы знаете, что нужно, чтобы проповедовать? Нужно верить в тех, кого проповедуют. Относиться ко всем, кому вы обращаетесь. Даже к тем недоброжелателям. Потому что это сейчас они такие, а потом они изменятся. Пограничная энергия. Но мы должны понять, что душа у всех частичка Кришны. Настоящее уважение – это крепкая память. Хорошие вещи мы должны запоминать. Также говорится, когда вы растете по службе, не забывайте своих друзей. Иначе вы потеряете уважение в их глазах. Не забывайте эти ценности, которые у нас есть. Уважайте это. Сознание Кришны – это сохранить то, что мы имеем, и добавить то, что не хватает. Можно даже уважать врага, говорится, можно уважать материалистичную культуру за то, что там есть какие-то зерна, какие-то семена хороших вещей. Это все нужно научиться видеть, как эти семена потом взращивать, как вот с этим работать, как распространять сознание Кришны. Если мы не уважаем людей или друг друга, мы не можем взращивать сознание Кришны. Мы будем просто соревноваться в своей духовной карьере. Давайте через телефон пока. Надеюсь, связь не прерывалась, нет? Нет, нет, слышно вас, Гуру Махарадж, хорошо. Вот. Настоящее уважение, да, нужно помнить хорошие качества. Все хорошее нужно помнить, никогда не забывать. Отлично, Гуру, у нас еще один вопрос. Саша Утрева задаст. Извините, пожалуйста, прямо хорошо микрофон. Спасибо вам большое за ваши... Громче, нужно говорить громче. Спасибо большое за ваши лекции, за ваши знания, за вдохновение на духовную жизнь.
Я, можно, зачитаю? Вот. Скажите, пожалуйста, как обрести веру в шастры? Потому что шастры читаешь, слушаешь, но вера слабая. Без веры в шастры служение для меня выглядит, ну, не искренним. Как книги распространять, предлагать пищу Господу, мантру читать? Как будто бы в этом нет силы, потому что когда читаешь шастры, то кажется, что это не про меня, не про современный мир, не про то, что сейчас в мире происходит. Как вот предаться Шриле Прабхупаде, вам, гуру и Кришне, в конце концов? Например, я могу выдвинуть гипотезу ученому, что на Луне растут пышные леса. Ученый скажет, нет, не может быть такого. Но как гипотеза имеет место быть, не так ли? Что делать? Вот я не верю, но как гипотеза может быть такая. Вот кто-то говорит, Земля круглая, кто-то говорит, Земля плоская, и вот они сражаются сейчас, эти люди. Как быть? И там какие-то аргументы есть, и тут какие-то аргументы есть, и что же мне делать, да, как же мне поверить в шастры? Кто-то из них прав, может быть, кто-то не прав. Как убедиться в этом? Шастры правы, или современные ученые правы, или мое представление правильное, а может быть неправильное. Это надо изучать. На уровне ума вы никогда не убедитесь в шастрах. Это нужно практиковать и изучать. Шастры дают направление. Так же, как мы скажем, возможно, на Марсе есть жизнь. Это направление. Следующий шаг. Проверьте это. Вы должны изучать шастры. Какие-то вещи нам просто дают направление. Есть высшие планеты, есть низшие планеты. Это направление нашей мысли. Мы не видим эти вещи. У нас нет такого опыта в этой жизни. Это надо изучить особым методом, не физическим, не то, что нужно построить космический корабль и отправиться исследовать все эти планеты. Есть другой метод – самопознание. Когда вы изучите в себе все эти всевозможные тонкие устройства внутри вашего тела и ума, вы увидите все. Шастры не все описывают, поймите. Лишь те вещи, которые как-то доступны для нашего восприятия. А есть те вещи, которые вообще недоступны, их нельзя описать. Вы думаете, это все шастры, что мы знаем? Нет, это объем колоссальный. На высших планетах Шримад-Бхагаватам составлено из 200 тысяч шлок. Здесь, говорит, 18 тысяч шлок. Тот, кто изучал, говорит, 14 тысяч шлок, и 4 тысячи еще нужно найти в них. То есть это совсем не то, что мы думаем современным языком или умом, что такое шастры. С другой стороны, шастры, весь Бхагаватам, всего 4 шлоки, 4 шлока, все. Но это Брахма понимает 4 шлоки. Нам эти 4 шлоки ни о чем не скажут. Ни о чем не скажут, абсолютно ни о чем не скажут. Мы ничего не поймем. Нужно тысячи шлок. И даже в этих шлоках трудно убедиться. При помощи ума и каких-то материальных процессов это невозможно. Не пытайтесь понять материальным умом. Изучайте себя. Там все это описывается для самопознания. Направление. О, вы говорите, шастра пишет такое. Не понимаю. Но направление-то вы получаете. Примите направление. Если вы не принимаете направление, то вы не сможете понять, что написано в шастрах. Также, как говорится, контролируй чувства – это направление. Стань госвами – это направление. А вот когда ты станешь госвами, ты сможешь понять, что написано в Шримад-Бхагаватам. То есть через самопознание, поймите, не напрягайте ум и думайте, вот это верю, в это не верю, это понятно, это непонятно, не в этом дело. Дело в направлении. Шастры дают направление. Это и будет доказательство, что в этом направлении вы будете развиваться каждый день. В других направлениях вы не будете развиваться, будете вращаться в гунах материальной природы. Никакого развития не будет.
Если вы о шастре говорите, нужно понять, что это божественное направление, высшее направление для нашей мысли и деятельности. И если, скажем, ты не понимаешь, что это в шастре, когда читаешь, это не причина расстраиваться, терять энтузиазм. Наоборот, это причина для того, чтобы изучать, наоборот, собрать свою энергию для изучения, для понимания. Тебя должно это вдохновлять, что там потрясающие вещи описываются, непостижимые вещи описываются, потому что Кришна непостижимый. Не думай, что этот ум есть тот авторитет. Нет, ум не авторитетен. Наше восприятие не авторитетно. Нужно принять направление шастры. Другого пути нет. Кроме шастры, другой информации нет о Боге. Нет, не существует. Хорошо? Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Теперь преданные из Новокузнецка хотят рассказать о своем служении, вопросы задать. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. И, пожалуйста, примите от нас эту гирлянду. Преданные вот сделали. Показать подальше. Антон, давай так же, как было сделано. Дорогой Гуру Махарадж, мы в городе Новокузнецке имеем сангу тоже учеников, собираемся. У нас сейчас 7 инициированных учеников. Всего у нас 16 человек. Есть те, кто читает пранаму мантру, медитирует на вас, как на духовного учителя. Вообще в Новокузнецке сейчас у нас есть большой храм, и там активно принимают участие в служении ваши ученики. 4 человека служат в пуджарском департаменте. Также активно принимают участие в выращивании свежих овощей и фруктов в саду Кришны, в огороде Кришны, рядом с храмом, в готовке прасада на кухне Кришны, в поклонении Туласи и Махарани. Есть у нас группы духовного общения в городе, где ваши ученики также являются лидерами, активными организаторами. На Махаты Бхактиврикши мы организуем проповеднические мероприятия, приглашаем проповедников, проводим свои программы в городе также. Есть женская программа для женщин. Ваши ученики также являются организаторами культурных вайшнавских программ, праздников. Также активно участвуют в распространении книг Шрилы Прабхупады. Есть даже у нас фейская санкиртана. Ваша ученица является ответственной также за склад, за книги Шрилы Прабхупады у нас в Ятре. А также проводим харинамы. Есть фестиваль, который сейчас проводится 2 раза в год. У нас примерно по 100 человек, даже сейчас с лишним, собирается. Уже 10 лет проводим этот фестиваль. Приглашаем почетных гостей. Вот последний раз Вальмики Прабу приезжал также. И ваши ученики даже участвуют в создании вайшнавских фильмов, документальных фильмов. И снимаем также и художественные зарисовки. В общем, творчества очень много, преданные очень творческие. У нас есть чат, где мы общаемся, и сейчас начали проводить также встречи в Zoom учениками, и также живые встречи планируем делать. До этого у нас было не так много, но сейчас вот эта традиция вводится, что мы собираемся, обсуждаем ваши наставления, стараемся сближаться, строить отношения и вместе вот думать, как служить вам лучше. А сейчас мы хотели бы сказать еще по очереди, коротко выразить нашу благодарность вам. И мы тогда начнем. Вот моя супруга Лиламая Падмини. По вашей милости, мы в прошлом году вот создали семью. Вступили в грихаска ашрам.
Мы открыли бхакти-врикшу новую. Сейчас у нас дома проходит группа. Также по вашим стопам приглашаем гостей, воспеваем, вкушаем просад, обсуждаем философию, также строим отношения, помогаем преданным как-то закрепиться на этом пути. Сами вдохновляемся от них, их энтузиазмом вот этим, задором таким. Также мы продолжаем организовывать проповеднические программы, приглашаем проповедников и участвуем в ежедневном чтении Шримад-Бхагаватам по утрам. У нас в Ятре читают каждое утро Бхагаватам. Вот мы тоже это делаем, обсуждаем Шримад-Бхагаватам с преданными. Вот, Лила Майя, подмини, пожалуйста, что-то. Дорогой Гуру Махарадж, я хочу поблагодарить вас за ваше благословение и для вашего удовлетворения. Ну, тоже хочу рассказать, что у нас есть культурно-развивающий центр «Рада» в Новокузнецке, который организовывает приезжих проповедников. Обычно это 6-7 мероприятий в год. Но вот то, что была пандемия, в этом году у нас получилось всего 2 мероприятия провести. Конечно же, они были небольшие, но тем не менее мы их провели. И на регулярной основе ведется женская программа, женская академия. За все ее существование, наверное, около 50 женщин уже получили вот эту милость соприкосновения с ведическими знаниями. Они идут дальше, они идут потом на бхакти-врикшу, они повторяют святые имена, у них уже почти всех есть четки, они ездят на фестивали вайшнавские. Это, конечно, вот ваша милость так проливается на них, это очень радует и, ну, вдохновляет дальше продолжать это служение. Также я хочу поблагодарить, что у меня есть возможность от вашего имени служить божествам Шишинтай Гуранги в нашем городе. Вот, спасибо вам большое. Ну и с супругом, да, мы ведем вот бхакти-врикшу, заботимся о преданных. Хари Кришна, спасибо большое. Я передаю слово Адигуранги Матаджи. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Ваша милость, ваше наставление, они вдохновляют каждого, и меня в том числе, на активное участие в жизни Ятры. Именно ваши лекции, ваши наставления, они помогают сохранить силы, дают силы и энтузиазм, дают для того, чтобы ввести намахату, не вести вести бхакти-врикшу, участвовать в проведении намахаты, проводить культурные программы в нашем храме. У нас есть большой творческий коллектив, который очень, каждый в своей области талантлив. И танцы, и песни, и спектакли мы ставим в нашем храме. И именно благодаря вашим наставлениям приходит это вдохновение притворить это в жизнь. Вот. Также именно благодаря вашей милости у меня есть возможность служить нашим божествам в храме, пуджарить. Вот. И хотелось бы и дальше быть достойным вашего примера и следовать вашим наставлениям по вашим милостливым стопам. Слово передаю Мадхури Гите. Мои поклоны. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Я хотела поблагодарить вас за то, что вы есть в моей жизни. Дело в том, что... Ты не смущаешь. Сейчас тут вернемся, как было. Я очень благодарна за то, что вы есть в моей жизни. Чувствую, как сильно меняюсь внутри и снаружи. Огромные трансформации проходят. Я постоянно слушаю лекции ваши, вдохновляюсь, наполняюсь, постоянно размышляю, обдумываю все. И, ну, занимаюсь служением активно. У меня много служения, в основном творческого. Вот. И, ну, я абсолютно счастлива могу сказать, что я так рада, что в моей жизни есть вы, я знаю, куда идти. И чувствую, что вот как внутри становлюсь сильнее, и в проповеди могу уже как-то больше что-то делать, чем раньше. То есть вот она, судьба меняется. Хари Кришна. Передаю слово Джагатарине Субхадре. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны. Я хотела поделиться своей реализацией. Вот, раньше я не понимала, что служение приходит к нам по милости гуру. Вот, но когда я получила инициацию, то в моей жизни вообще полностью все поменялось. Вот, и служение, которое ко мне стало приходить, я даже никогда не думала о том, что я такими видами служения буду заниматься.
да, какие-то мультики делать, фильмы. Вот «Расиканам», «Путь», «Расиканам», «Вкус к святым именам» как раз вот тоже фильм сделали. Вот, и так далее. Я даже никогда не мечтала о таких видах служения, и благодаря вам как раз вот эти виды служения приходят в мою жизнь. И я тоже хочу сказать, что я очень счастлива. Вот, спасибо вам большое, Хари Кришна. Хари Кришна. Тогда, дорогие преданные, мы сейчас не успеем уже, нас просят уже передать слово. Тогда один вопрос мы зададим. Вот, Хуригита, пожалуйста. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вот такой вопрос. Мы очень долго медитировали на Харинаму в нашем городе. У нас просто очень как-то сложно с этим вопросом. Даже с других городов преданные приезжали помогать нам как-то, ну, получить разрешение, опытные преданные, но вот до сих пор этот вопрос не решен. Не получается у нас пока наладить связь. Но мы где-то вот с 2020 года сначала... Мы начали проводить харинамы как бы, ну, без разрешения, маленькой группы. Я проконсультировалась у Махабаларама Прабу. Вот. И мы маленькой группой ходили все равно с харинамами. Потом пандемия пришла, мы какое-то время не ходили. Ну, то есть 3 месяца ходили, потом не ходили. Летом мы собирались просто на пляже, там воспевали. И сейчас такое, почему-то у меня такое беспокойство, ну, что если у нас нет разрешений, мы все равно выходим, если вдруг какие-то жалобы пойдут на нас, ну, потому что все равно же разные, мы тем более поем обычно в парке, и сейчас вот к теплой погоде людей все больше и больше становится, есть и заинтересованные, кто останавливается, смотрит на нас, мы такие красиво наряженные все время, там человек 5-7 нас ходит с мриданги, с караталами. Вот. И, в общем-то, парк такой очень обозримый со всех сторон. Но дело в том, что меня почему-то беспокоится, что если вдруг кому-то это не понравится и пойдут жалобы, то мы тогда вообще этого разрешения потом не получим, потому что мы его как бы не имея делаем. Вот. И я предложила преданным выходить без инструментов, хотя бы просто петь, хлопать, так будет, ну, как сказать, легче уйти чистым, скажем так, если вдруг нам что-то предъявят, ну что мы просто поем, а что нельзя, как бы, а с инструментами это уже как представление получается, на которое нет разрешения. Ну, преданные, конечно, не сильно вдохновились таким вариантом, но мы выходили, тем не менее, даже вот в холод ходили, хлопали, пели. Вот что вы скажете на этот счет? Ну, работа по взятию разрешения идет, то есть у нас преданные занимаются, но вот пока просто тишина. Хари Кришна. Не беспокойтесь, это вопрос времени. Продолжайте бороться. А харинамы проводить с маридангой? А как же не проводить? Конечно, проводить. Нет, я имею в виду с инструментами, то есть не бояться ничего. С инструментами, конечно. А кого боитесь? Ну, боюсь, что если жалобы на нас пойдут, что мы шум создаем на улице, а у нас же как бы нету... Ну, например, можно проводить харинамы в парке сидя. Если это беспокоит, скажем, где-то людей на улице, да, то можно в парке сидеть и использовать не только мридангу, можно использовать флейту, там, скрипку, гитару, такую музыкальную, как бы вот, музыкальная группа, так сказать. Музыканты на улице, вы тоже можете петь на улицах, ну, придумать что-нибудь. Ну, вот к нам как уже участковые лет, подходили. Если это 6, то власти будут думать, что это такое. Просто пойте потихоньку, участковым дарите просад. Так постепенно, вот так мы все продвигаем сознание Кришны, как еще по-другому? Если просто будете ждать разрешения, нам никогда не дадут разрешения. Вы должны показать, что вы не можете без этого жить, что это ваш образ жизни. Постепенно они будут это видеть и понимать. И так они вот будут какие-то отношения менять, потому что везде харинамы проходят, в Москве, в Петербурге, во всех городах. Все лето преданные поют, никаких проблем. Власти дают разрешения повсюду. Только Новокузнецке не разрешают. Почему? Мы хотим развивать. Это наше движение духовное, песни, танцы, понимаете? Вот мы этим живем, мы не можем жить по-другому. Мы граждане тоже ваши, позаботьтесь о нас, дайте нам защиту. Почему нам нельзя петь, танцевать, как всем? Или скажите, где можно, а где нельзя. Мы будем следовать вашему руководству, но нам место тоже отведите для песен и танцев.
Спасибо огромное. Мне вот важно было вот это услышать. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж, за ответ. Следующий преданный из города Кемерово расскажет о своем служении. Харе Кришна, Гуру Махарадж, город Кемерово. Мы хотим поднести гирлянду. Харибо! Харибо! Примите, пожалуйста, наши поклоны. Джай Гаур Харидас, мое имя, которое вы мне дали в позапрошлом году в Минске. У нас инициированный преданный пока только один, это я, так вышло. Но есть преданные, которые медитируют на вас, есть, кто читает Пранаму мантру. Вот такое наше служение на сегодняшний день. У нас здесь представлены города не только Кемерово, но и еще маленькие города. Это Ленск-Кузнецк, Юрга. В Юрге, Ленинском, Кузнецком у нас проходит Намахат и Бхакти-Вриша. Также преданные в этих городах 5 раз читают Бхагавад-гиту в Зуме. Одна матаджа проходит обучение в киртан-группе. Не часто, но проходит санкиртана с распространением книг и просада. Также проводят кулинарные мастер-классы в Ленинске, Кузнецком. И одна из преданных ведущих клуба «Благость». В Кемерово у нас открыта одна намахата новая, и одна у нас уже ведется довольно давно. Пища жизни у нас активно очень развивается. В прошлом году больше 6000 порций мы сделали просада, распространили его. Вообще уже пища жизни у нас уже много лет здесь. Вот. Также мы помогаем сейчас в ремонте храма. У нас храм находится на ремонте. И туда приходят преданные из мужского клуба. Я веду мужской клуб такой. Это светское мероприятие. Вот. Вообще я служу в проекте Гавархана Гопала Прабу. Науки жизни. Там являюсь преподавателем и куратором. И, соответственно, мы приглашаем к нам город проповедников из этого проекта, у тех, кого лично знаем. Очень хотим вас пригласить, Гуру Махарадж, в Кемерово. Харибол? Харибол! Вот. Также вот я являюсь ведущим мужского клуба, где мы как-то вот говорим о мужском предназначении, и такая косвенная проповедь у нас ведется, что уже вот несколько месяцев мы читаем Бхагавад-гиту, 4 раза в неделю тоже по скайпу собираемся. Рано утром читаем ее, читаем комментарии, сами говорим, как мы это чувствуем. И уже 8 человек, 8 мужчин из нашего клуба уже читают Махмантру. Вот такое служение у нас есть в нашем городе. Ну, как-то так, Гуру Махарадж. Еще раз хочу вас пригласить в наш город, сказать, что ваша проповедь, ваша деятельность очень вдохновляет всех нас. И, конечно же, мы с большой радостью будем видеть вас здесь и по-прежнему слушать ваши наставления. Харе Кришна. Вопрос Джай Гаура Хари Прабху. Будете задавать? Вопрос, да, сейчас. У нас есть такие личные вопросы. И матаджи сейчас их зададут. Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и поклоны от преданных, которые медитируют на вас из Юрги. Есть несколько человек, которые ну, тоже будут, если бы вы в Кемерово приехали, мы были бы очень счастливы встретиться. Вы вдохновляете, даете силу. Ваши лекции – это то, что удержало меня в ИСКОН несколько лет назад и укрепило мою веру. На одной из ваших лекций вы говорили, что первые 40 дней после смерти близкого человека не рекомендуется приходить в храм, чтобы не перенести вот эту печаль и горечь на Господа, чтобы не оскорбить его. А какой тогда духовной практикой следует заниматься в эти первые 40 дней? Ну, и как самому человеку ну, остаться на этом духовном уровне и ну, попробовать...
Это вряд ли относится к нам. Это одно из ведических правил. Но вряд ли относится к движению Господа Читания. Здесь очень могущественный метод Санкиртана, очень быстро человек очищается. Поэтому это не суть важная даже. Мы же поем и на похоронах Хари Кришна, видите, и на свадьбе Хари Кришны, и на похоронах Хари Кришны. Потому что Хари Кришна вне правил предписания практически. Ну, и поэтому если вы повторяете Хари Кришна, поете Хари Кришна, то уже эти правила, они как бы меняются. Не становятся важными. Понимаешь? Благодарю. Кришна. Еще у меня вопрос, дорогой Гуру Махарадж. Благодарю вас за то, что вы делаете. Благодарю вас за то, что вы есть, что проповедуете. У меня такой вопрос. Мы ведем кулинарные мастер-классы в небольшом городе Ленинск-Кузнецком. И там приходят новые люди, и у меня вопрос, как себя правильно вести, чтобы преданным, с одной стороны, вот, быть социальными, а с другой стороны, чтобы не уйти в май, чтобы это было полезно для них, и для нас, для движения, вот эти вот кулинарные мастер-классы, такой формат. Мы готовим все вместе и пищу освещаем, кушаем вместе. Вот, что вы порекомендуете? Просад. Объясни мне, в чем опасность? Опасность, ну вот, потому что у нас складывается такой, как атмосфера девичника, и там они еще начинают ну, какие-то созвоны поговорить на женские темы, куда-то вместе сходить. Вот у меня такое, ну, как проблема, наверное, моя внутренняя больше, что я боюсь как-то вот в мае уйти, боюсь оскверниться как-то, ну не знаю. Хочется очищения, хочется как-то вот удержаться на духовном уровне. Чтобы... Нет, ты боишься проповедовать, вот в чем проблема. Потому что можно говорить, можно связать с Кришной все эти темы, личная жизнь, там, и эти интересы женщин, можно связать с духовным знанием. Учись проповедовать ненавязчиво. Это как раз возможность проповедовать. И если у тебя очень хорошая джапа ежедневная, то вряд ли ты упадешь в маю. Стараюсь. Если у тебя хорошая садана, я не думаю, что это нужно бояться до такой степени. Нужно быть осторожным, да, относительно мая. Ты права в этом. Нужно быть осторожным, не увлекаться в эти вкусы, эти беседы материалистичные. Но это возможность проповедовать, когда люди общаются. А как не бояться проповедовать? Учись проповедовать. А просто говоришь Хари Кришна, а потом объясняешь уже. Тебе придется что-то объяснить, не так ли? Да, ты уже раскрываешь. Ты пишешь не скрывать, потому что я не умею скрывать. Ну, конечно, не скрывать. Зачем скрывать? Зачем скрывать? Если ты по-доброму настроена к людям, то нечего скрывать тебе, если ты добра к людям. Тогда нечего скрывать. И вместе уже готовите, вместе освещаете, вместе принимаете просад. Чего там скрывать? Скажи, Бог – это личность. С этого начни. Мы все его частички. Бог – источник всего. Так и живет сверхдуша. Вот такие вещи можешь говорить, начинать, а потом объяснять. С этим все связано. Вся наша жизнь связана с этим знанием, со знанием Кришны. Объясни им это. Сначала объясни себе. Да не нужно бояться правды. Если ты мягко с людьми общаешься, если ты не агрессивна, если ты не пугаешь их, если ты сама не напряжена, они будут тебя слушать с удовольствием. Истории расскажи какие-нибудь. Иногда анекдот какой-нибудь. Подходящих случаев. У вас рассказывают анекдоты в Кемерово? Я не знаю, правда. Рассказывают. Да. Везде рассказ, вкус одни, везде одни и те же. Всем нравятся и шутки, и что-то серьезное, интересное послушать.
встретиться с необычными людьми. Если ты процитируешь шлоку на санскрите, все подумают, что это какая-то очень необычная личность. Всем будут рассказывать об этом потом. Знает санскрит, представьте, эта женщина. Ого. Так что бояться вам нечего. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Хари Кришна! Передаем слово другому. Томск. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Для вашего удовлетворения мы сделали вам гирлянду. Милость читания Чанчаран Прабубки. Да. Еще преданные приготовили небольшой пир для вашего удовлетворения. Отлично. У нас в Томске 9 инициированных учеников, которые занимаются разными видами служения. И поскольку у нас мало, мы решили, чтобы это было в краткой и интересной форме, мы написали песню. Терпение. Али Кришна.
Это у нас оперетта или опера даже, интересно. Так, спасибо, хорошая презентация. Так, есть вопросы? Да, у нас есть вопрос, сказали, что нужно ограничиться. Как искоренить в себе дух сектантства, чтобы практиковать, ты не наслаждаешься, что для себя что-то делаешь, а чтобы возникало все же желание проповедовать другим людям? Сектантство. Я спросил в Индии про это слово, у индусов. У них тоже есть такое понятие, как секта, но оно у них позитивно, не негативно. Каждый знает, что все начинается с сектантского настроения. По-другому человек начать не может, потому что у него есть аханкара. Аханкара – это есть секта. Свое индивидуалистичное понимание, свои отделенные интересы. Шримад-Бхагаватам это описывается так, что это преданный индивидуалист. В гуне невежества, в гуне страсти. Здрасте. И только в гуне благости. Только в гуне благости он освобождается. Я слышу повтор своих слов. Повтор своих слов очень громкий. Хари Бол. Вот сейчас нормально. Пожалуйста, выключите админ, кто это зашел. А вот сейчас слышно меня, да? В гуне благости человек освобождается от сектантского настроения и тенденций. Прабхупада нам сразу поручил миссию. Это вот как раз верное средство освободиться от сектантства. Жить на благо людей в служении. То есть распространять сознание Кришны. Повторяешь сам Хари Кришна, пожалуйста. Распространяй. Этот вкус, святое имя, исполни волю Господа Чайтаньи. Об этом нам нужно думать, чтобы быстрее освободиться от сектантских представлений. Итак, слишком не беспокойтесь об этом, слишком. Единственное беспокойство, если сектант становится лидером в обществе, это будет опасно, может быть. Поэтому руководство должно быть более зрелым. Если кто-то еще индивидуалист, то под руководством он все равно полезный и преданный, потому что под хорошим руководством. Но если вы уже зрелый преданный, вы должны принимать ответственность за более молодых, чтобы защитить их от ошибок, помогать им, служить им. Так что сильно об этом не беспокойтесь, просто правильно организовывайте свое общество. Все сектанты сначала, поймите. Никто не приходит просветленной душой. В этом нет ничего плохого, если человек под хорошим руководством и в правильном направлении действует. Не нужно из этого делать какую-то большую проблему. Хорошо? Спасибо большое, Гуру Махарадж. У нас две презентации буквально осталось. Вот из города Рубцовска преданные хотели бы рассказать о своем служении. Хари Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите наши поклоны. Мы хотим от города Рубцовска сделать небольшую видеопрезентацию за последний год, такой небольшой отчет. И хотим также предложить гирлянду. Рома Хараджи. Хариво! Хари Кришна. Так, нас слышно, да? Да, слышно. Thank you.
Кришна, спасибо, дорогой Гуру Махарадж, за вашу заботу, за возможность служить вам. Очень хотим продолжать это служение, и очень хочется прийти к чистому преданному служению. Благословите, пожалуйста, нас. Куда? На Мойбер. Спасибо огромное за презентацию. Удивительно, что в Рубцовске такие глобальные события происходят. А? Начинали с ничего, и уже смотрите, какое у вас влияние. Угу. Замечательно просто. Мне даете жизнь, желание жить дальше. Продолжать. Мы очень счастливы с вами, Гуру Махарадж. Спасибо вам. Харе Кришна. Харе Кришна. Дхармапада Прабху, вы будете задавать вопрос? Ну, давайте передадим следующему городу. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Следующий у нас город Барнаул. Отчет города Барнаул предан. Нас слышно? Да, слышно. Слышно. Матаджи Савитри, пожалуйста, гирлянду. От лица барнаульской семьи, ваших учеников, разрешите поприветствовать вас. Семья у нас дружная, готовая прийти на выручку друг другу. И чтобы порадовать вас сегодня, мы все пришли в вайшнавской одежде. Секундочку. Сергей Прабу, можете? Ну, в вайшнавской одежде. Попросил сейчас прийти Матаджи тоже. Кто не вайшнавский, пожалуйста. Вы... да, от семьи ваших учеников разрешите поприветствовать вас. Подождите, а ведь вот если человек пранаму не считает, он же учеником не считается, да? Преданный, кто без пранамы, можете тоже? Мы
учениками сегодня собираемся, поэтому я вас попрошу, мы потом расскажем вам. Нас, с другой стороны, пранама-то она, это же просто, это как бы еще не ученик, это же пробник ученика, это же как бы, ну, кто с пранамой, можете тоже выйти, мы здесь инициированными останемся и пообщаемся. Спасибо большое. Секундочку, это там вопрос, там куча новеньких преданных, просад готовит, Мата же, вот, Дита Джаянти, Савитри, помогите, пожалуйста, приглядите, нам же потом это есть. Ну, теперь, когда встречу учеников можно проводить. Одно меня Гуру Махарадж беспокоит сильно. Не ходит народ на встречу учеников. Не ходит. Ну, мы этого ждали. Ну, это шутка была. Возвращайтесь быстренько назад, у нас время ограничено. Так сказать... Естественно, мы дружно, естественно, мы принимаем всех и не смотрим на эти внешние различия. И я лично знаю здесь каждого. И теперь речь передаю Матаджи, который действительно всерьез расскажет о наших учениках, о ваших учениках. И расскажет Матаджи... Кто? Вы молчите, кто? А, Матаджи Гита Джаянти. Прошу, пожалуйста. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, наши поклоны. Вся слава Шрили Прабхупаде. Позвольте, пожалуйста, немного рассказать о Барнаульской ятре. Чтобы ускорить процесс, я зачитаю. Хотела начать с того, что на наш город пролилась невероятная милость в виде двухэтажного большого храма общей площадью 800 квадратных метров. Недалеко от центра города, который находится на собственности, сейчас идет его реконструкция. Второй этаж занимает алтарная, на первом в дальнейшем планируется проводиться проповеднические программы. Регулярно проходят утренние, воскресные, праздничные программы, воспевание раз в неделю, маха-мангала-арати раз в месяц, курсы, лекции на разные темы. Сейчас проходят харинамы и зимой, и в том числе выездные. Летом проводим алтайские и другие фестивали, и были бы рады видеть вас в числе почетных гостей. Также действует вегетарианское кафе «Вриндаван». Во время декабрьского марафона преданными нашей ятре было распространено 3132 книги. Во время пандемии дистанционно проводили лекции в Зуме, общались на махатами в Скайпе, встречались на природе летом. Ну, то есть в любом случае мы не прерывали общение. Всего в нашей ятре около 70 инициированных преданных, из них 9 браманов и 5 учеников ваших. В санге которых в целом числится примерно 35 человек. И каждый уникален и талантлив по-своему. Мы выполняем служение в различных департаментах. Когда приобрели здание под реконструкцию храма, большой вклад в виде финансовой поддержки внес Садачарья Радхапати Прабу, который сейчас живет в Подмосковье. Благодаря ему также у Шрилы Прабхупады есть мраморный алтарь. В активе по строительству храма сейчас активное участие принимает Андрей Сушков в качестве инженера-проектировщика. К тому же он талантливый музыкант и звукооператор. В нашем храме живут прекрасные божества Джаганнат Баладев Субадра и две пары Гаура Нитай, Шри Шри Нитай Шачисута, Шри Шри Нитай Гаура Чандра. Мы служим им различными способами. За цветочный департамент отвечает Нина Ануфриева. И за организацию букетов, за украшение алтаря и на алтайском фестивале в том числе, за посадку цветочных клумб вокруг храма. Также Нина регулярно готовит просад на кухне божеств, проводит лекции по васту, распространяя на них книги Шрилы Прабхупады и ваши. Участвует в команде помощников трансляции Вальмики Прабху. Нине также посчастливилось послужить в проекте парк Вриндаван Парк в Гуру Ашраме в качестве ландшафтного дизайнера. Она работала над созданием Радха Кунды и Шьяма Кунды. Ну, 1 марта Нина попала в больницу с серьезным диагнозом. И сейчас, ну, на данный момент она ей уже значительно лучше. Сейчас она с нами на связи. Непосредственно за изготовление гирлянд для божеств отвечает Елена Петрусь. И ряд ваших учениц служит под ее началом.
Матаджи Гаурабхава долгое время пуджарила. Сейчас не всегда у нее есть возможность, но в любом случае она помогает как может. Она внесла очень большой вклад в развитие пуджарского департамента. И ранее, живя рядом с храмом, она посещала его практически каждый день. Это наша мудрость, забота. И как кажется, что сейчас, возможно, она не так активна, но мы всегда чувствуем ее поддержку, ее благословение в виде молитв. И очень рады, что она у нас есть. В храме регулярно проводятся программы, и полностью за их организацию долгое время отвечала Настя Мирошникова. Она делала столько служения, находясь постоянно в храме, сколько под силу нескольким обычным людям. Сейчас Настя организовывает все лекции в храме, и утренние, воскресные, праздничные, и отвечает за Туоси. Гамаюнова Антонина участвует в организации просада на утренней программе в качестве менеджера по кадрам, составляет график поваров. Лекции из нас читает Сергей Ананьев. Детям нашей ятры очень повезло с удивительно преданной Ярославой Коноваловой наряду с другими учениками. Она занимается организацией и проведением детских программ в храме. Один из масштабных проектов – «Ясная поляна». Он включает в себя кулинарные занятия для детей, занятия по столярному делу, уроки труда для мальчиков, духовно-нравственные уроки, намахаты для девочек, раздача просады детьми на воскресных программах, ну и другие моменты. Также Ярослава второй раз проводит онлайн-курс образования родителя, а летом организовывает детские лагеря. Сейчас для детей проходят занятия по актерскому мастерству и музыке. И изначально в организации этих проектов участвовала также Ярослава. Для получения инициации в нашей ятре ввели обязательный курс по семейным отношениям, и проводили который Сергей и Ярослава Коновалова. Во время пандемии эта необычная преданная с большим сердцем организовала акцию «Маски людям». То есть как для медиков, так и для других учреждений во время этой акции было сшито 1560 масок и участвовало около 100 человек. Творчество. Наша станка очень богата творческими личностями. Джайрам Прабу продвигает свой проект в соцсетях «Вайшнавская сатира». Также участвует в творческих мероприятиях ятры. Матаджи Инна. Она художница. Недавно в городе проходила выставка, на которой принимали участие несколько ее работ. «Шия Мастундера» и «Милость» в том числе. Вот. Ну, то есть получилась своего рода проповедь для жителей нашего города. Также Инна имеет отношение к реконструкции храма еще в качестве дизайнера-визуализатора на пару с Владимиром Прабу. Есть еще нектарное служение, она работает над аркой «Вход во Вриндаван парк». Юлия Балакина являлась помощником художественного руководителя первого вайшнавского хора. И ряд наших братьев и сестер активно участвовали в театральных программах в рамках этого проекта. У нас в городе около 10 намахат, и из них трое учеников принимают активное участие. Александр Есипов 7 лет непрерывно ведет одну из них. Семьи Гамаюновых и Коноваловых помогают, предоставляют свои квартиры для проведения намахат и активно помогают в их организации. У Елены Ишутиной отлично получается внешняя проповедь через различные проекты йога, медитация, туры в Горный Алтай. Она рассказывает о ведах, о душе, то есть проповедует разными способами, кормит людей просадом, распространяет книги. И после общения с ней люди начинают читать джапу и ходить на программы. В нашем городе существует проект «Общее дело», который возглавляет Павел Гамаюнов. Он занимается проведением лекций о здоровом образе жизни, обучает волонтеров занятиям в школах, проводит тренинги на командообразование. Также есть социальный департамент. И сейчас в нем участвует и Матаджи Савитри, это преданная с большим сердцем, готовая накормить и обогреть каждого. Она заботится о преданных, попавших в больницу, и о тех, кому нужна какая-либо помощь. Также Сергей Коновалов организовывал ремонт в квартире Матаджи-инвалида, оказавшейся в тяжелом положении. Существуют некоторые регулярные проекты. Один из них – новогодние поздравления пенсионеров, у которых нет возможности посещать храм. Также второй год мы проводим праздник для преданных старшего возраста, идея которым возникла в рамках проекта «Школа лидерства и сотрудничества», цель которого – выразить благодарность и уважение преданным старшего возраста, дать им почувствовать себя в семье Шрилы Прабхупады, проявить нашу заботу, развивая отношения младшие и старшие. В проекте познания участвует Лариса Комарова в качестве педагога и куратора духовно-нравственного блока в этой школе. Владимир Федотов ей помогает.
На кухне божества активно служит Настя Соколовская, беря ответственность за организацию просада на праздничные программы, организовывает субботники на кухне, участвует в распространении просада в кафе. Альбина Казанцева делает вкуснейшие торты и сладости и распространяет их жителям нашего города. Следуя вашим наставлениям, собираться вместе и читать джапу, мы проводим марафон 64 круга в Икадыше не так часто, но периодически. И сейчас планируем вернуться к прежнему режиму. В начале прошлого года наша ятра принимала вальмики прабу, были организованы проповеднические лекции для новых людей, на которых распространялись книги и просад. Далее для этой аудитории Алексей Демин продолжил курс лекций «Карма. Как избавиться от страданий», на которых пришло около 30 человек. Еще Алексей участвует в активе, совете ятры, являясь секретарем на общих собраниях. Также во время приезда в Вальмики прабу проходил Веда-фест, активными участниками которого были ваши ученики. Всего посетило около 300 человек. Два раза в нашем городе проходил симпозиум фестиваль Санкиртаны, на который приезжали преданные из других городов, и нам удалось послужить этим великим вайшнавам. Многие ваши ученики стабильно финансово поддерживают храм, участвуют в транспортном департаменте, еще в ряде служений. С января, следуя наставлениям старших учеников секретариата, мы стараемся собираться каждый месяц. В феврале на встрече прочитали Бхагавадгиту полностью, выделенные тексты, делая это как вам, как подношение вам, дорогой Гуру Махарадж. И все перечисленное выше служение мы выполняем по вашей милости и очень благодарны вам за это. Но это вкратце, что касается города Барнаула, еще хотелось бы сказать пару слов о чарышских преданных. Это населенный пункт недалеко от нашего города, в 300 километрах. Там есть 4 практикующие семьи, и 3 человек планируют получать у вас инициацию. Это Александр и Александра Гладких и Дамира Байдулин. Они занимаются сельским хозяйством, служат коровам, быкам, помогают в организации ретритов в их местности, участвуют в проекте возрождения лесов, сажая деревья и распространяя просад при этом. Александра участвует в сопровождении онлайн-программы чтения онлайн. Александра участвует в сопровождении онлайн-марафонов Вальмики прабу. Преданные проводят регулярные программы чтения священных писаний, раздачу просада и очень нуждаются в ваших благословениях, чтобы в Череше появилось больше преданных. Мы очень благодарны за возможность общения с вами, дорогой Гуру Махарадж. Мы очень ждали этой встречи и рады принять вас в нашем городе. Есть вопросы? Да, мы тут, секундочку еще, со своей стороны хотели бы, мы со своей стороны, Гурудев, вам желаем... Стичных учеников. Вы поминимая, всех освободили от огня. Как Малика мала, не дай мангала Расика нам, Господа все прославляли во всем мире. И на радость вам, чтобы Кришна вечно юный был, таким вас огрел, и ты, Прабхупада, вашим делом дружил Гурудев. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И большой, совершенно небольшой презент вам. Дорогой Гурудев. Выше? Да. Разрешите и поздравить вас с прошедшим днем явления. Мы знаем, что 1 марта у вас был праздник. По солнечному, да, календарю. Да. Да, да. Мы приготовили вам, да, вкуснейший торт. Решили печь специально для вас эту вкуснятину. Да. Обязательно попробуйте. Передайте торт Гурудеву. Возьмите, пожалуйста. Да, дорогой, нет, Гурудев. Ниже передавайте, да. Спасибо. Это торт? Вот этот? Да. Он это самый. Вот, да. Я получил. Ситхи. Харибол! А теперь вопросы. С
Можно вопрос, да, задать? Да, задавайте вопрос. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, я хотела задать такой вопрос. Вот у нас в жизни бывают периоды вот простые, ну, как бы полегче, да, бывают посложнее периоды. И вот когда такой непростой период наступает, бывает, что разум ослабевает, и серьезность как-то вот она уходит. Вот я хотела спросить, вот как оставаться серьезным в практике? Что помогает оставаться серьезным, устойчивым и решимым, решительным? Знание и опыт. Вы все искренние и преданные. У вас есть это искреннее стремление к Кришне. Но нужно еще добавить знание и опыт, чтобы вы преодолели все препятствия на этом пути. Опыт говорит о том, что когда приходят трудности, вы должны усилить духовную практику. Любой опыт говорит только об этом. Постепенно вы этому научитесь. Как царица Кунти молит Кришну. Именно об этом. Посылай трудности. Потому что когда мы попадаем в трудное положение, ты всегда рядом с нами. Ты всегда рядом, близко, мы тебя чувствуем, мы тебя видим. Но когда у нас все хорошо, ты нас покидаешь, куда-то уезжаешь. Зачем тогда нам эти все приятные вещи? Посылают нам трудности. Но это опыт и большие знания. Поэтому вот эту искренность вы должны беречь свою, помогать друг другу. Сейчас вы не настолько сильны каждый, чтобы в одиночку бороться с Майей. Никто из вас не настолько силен. Прабхупада был очень могущественен, конечно, да. Но мы-то обычные люди из Барнаула. Вот поэтому мы должны помогать друг другу, быть чуткими, заботиться, поддерживать, воспитывать, взаимодействовать, дружески расположиться. Это нам очень поможет преодолевать все эти трудные времена. У каждого будут трудные времена, всегда будут испытания. Но Прабхупада создал нашу семью, видите, что мы были в семье Бога, чтобы мы не были в одиночестве. И постепенно с опытом ты не будешь вообще расстраиваться никогда. Ты просто будешь видеть, как ты приближаешься к Кришне при всех обстоятельствах. В глубине души ты будешь всегда счастлива. Так что, пожалуйста, учитесь. Спасибо большое. Учитесь. Спасибо. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Я хотела такой вопрос задать. Сейчас такая существует серьезная проблема, гаджетозависимость, в которую попадает даже взрослые. А как бы с детьми, например, подростками, стоит ли категорически запрещать детям гаджеты, даже если начинают портиться отношения, либо все-таки разрешать это делать, но тогда, собственно, поставить, ну, подвергнуть такому испытанию детей, потому что, ну, разум слаб, и они, ну, сами не понимают того, что это может быть такой серьезной зависимостью. Я рекомендую не запрещать детям, это сейчас, наверное, невозможно полностью запретить. Вот они все равно будут стремиться к этой технике, потому что она есть у всех других. И у них стремление это будет усиливаться. Делать это втайне как-то или как-то еще. Разрешать, но лимитировать, скажем, сколько времени в течение дня ты можешь пользоваться, да, этой техникой. Решите это с ребенком вместе. Может быть, на один час, может быть, на полчаса достаточно, да? Но мы не можем сейчас полностью запретить общение с техникой. В наш век невозможно это. Технологии невозможно обойти стороной. Но ограничить нужно, потому что это неблагоприятно. Спасибо огромное. Благодарю вас. Поклоны примите. Георгий, ваш преданный будущий, можете дать сейчас имя? Георгий. Он же Джордж. Победоносец.
Да. Джай Гауранга. Спасибо, Гуру Махарадж, мой поклон. Благословите нас за преданное служение. Спасибо, мы закончили. Харе Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, это отчеты с нашего, со всех городов нашего региона. Спасибо вам огромное за возможность общения с вами. Спасибо за вдохновение, за наставление, за желание дальше практиковать. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, от всех нас, от всех учеников нашего региона. Вы меня вдохновили очень сильно. Я не ожидал, что у вас такие успехи. Я просто сегодня счастлив. Продолжайте в том же духе. И Прабхупада говорит, удваивайте, удваивайте все, что вы делаете. Не останавливайтесь на достигнутом. И берегите друг друга, пожалуйста. Берегите друг друга. Все вы очень ценны для Господа Чайтаньи. Шрила Прабхупада ки джая. Джай. Его милость Читанчанда Чаран Прабху ки. Джай. Джай. Харе Кришна. Харе Кришна. Прибу. Спасибо, дорогие преданные, за эту встречу. Спасибо за встречу. Был я очень рад видеть всех вас. Семья дорогая. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.